осетинский язык. Единственный язык Европы и Кавказа, который относится к иранской группе индоиранской языковой семьи, а точнее к северо-восточной подгруппе иранской группы, является единственным сохранившимся реликтом скифо-сарматского языкового мира. Выделяются два диалекта – дигорский и иронский. Хотя осетинский язык относится к иранским языкам, от других иранских языков он сильно отличается. Даже родственные осетинскому по восточно-иранской группе языки – ягнобский и пушту – от него отличаются. Теория скифо-сармата аланского происхождения осетинского языка подтверждается в частности наличием в лексике и даже грамматике следов близких со славянскими и германскими языками. Наиболее похожим на осетинский является язык венгерских ясов, потомки алан, переселившихся в Венгрию в XIII веке.